Ленка тем временем обменивается впечатлениями, а мы спрашиваем победительницу, как. Очень такая коварная трасса. И здесь просто негде отдохнуть, постоянно лезешь в гору. Я вымотана. Но у нас, кстати говоря, после 6-километровой отметки была зона передачи питания. Это было очень вовремя, потому что иначе я бы, наверное, заголодала. Ну и это была очень трудная гонка для меня, потому что я прекрасно знал, что Тереза будет мочить вовсю за мною. А все говорят, что Тереза топ-фаворит. Ну а после сегодняшнего, может, что-то изменяется? Ну, я все-таки, учитывая, как она здорово идет в гору, я все-таки ее считаю фаворитом. Я довольна своей формой, и она улучшается. Ну и я на верном пути к Олимпиаде, и я думаю, что все как надо. Поздравления Терезе, которая остается носительницей красной майки. Красной майки лидера общего зачета Tour de Ski. Помните, экспериментировали с такими тотально желтыми бивами, пытались окончательно провести всю эту параллель с Tour de France. А вы еще раз обратите внимание на логотип, и еще раз обратите внимание на написание этого логотипа. И пора спросить, как Paris Sport не против того, что и платят ли им отступные какие-то деньги. Ну ладно, это все шуточки-прибауточки. Ольга интересуется, как добраться до Тоблоха. Ну, смотря откуда вы едете, Ольга...